Приветствую всех, с вами Старый, мы продолжаем наши забеги в Дейс. Как вы помните, в предыдущей серии мы угробили машину, точнее я показал вам, что вышло в итоге с той машины, которую я собрал. Вот, за сегодня я пробежался по северу карты, посмотрел новые места. Старый Яр, Красный и прочее. И добрался таким путем до северо-западного аэродрома. И сейчас попробуем мы тут, может быть, кого-нибудь выследить, поймать. Вот. Ну, или прибарахлиться. Я вот чуть-чуть уже прибарахлился. Нашел рюкзачок себе. Сделал глушитель на нашу винтовку. Нашел вот оптический прицел в конце предыдущей серии. Вот, так что посмотрим, что из этого выйдет. Тут у нас валяются прицелы, да? ПУ, который у нас подходит к Мосинке. Ну, я даже не знаю, Мосинку я здесь что-то не находил. Вот после патча, когда начал играть, записывать, Мосинки тут не могу найти, в общем. Ладно, хорошо, давайте посмотрим. Это мы находимся сейчас на вершине. Делать тут, в принципе-то, нечего, я так думаю, потому что вот в этих зданиях у нас ничего не респаунится. Никакие вещи. Попили чуть-чуть. Так, опять же, меня маленечко раздражает такая вещь, что когда мы делаем что-то, например, курятину, наесться ей практически нереально. То есть, сколько бы ты ни ел, там по 3 куска, по 4, и все равно, зараза, не наедаешься. Я таким образом, пока бегал, чуть не сдох. Мне пришлось 3 раза за 5-7 минут развести костер и зажарить себе курицу, чтобы поесть. Но как-то это особо не помогало, пока я не нашел рис. Рисом я реально наелся. Так, хорошо, продвигаемся аккуратненько в сторону аэродромчика нашего. Не знаю, сколько народу играет на сервере. Ну, вроде как народ тут играет, народ тут есть. Правда, неизвестно сколько. Пытался я найти на севере какую-нибудь очередную машину, чтобы ее собрать и в очередной раз убить. Но у меня это не получилось, ничего я не находил. Сейчас посмотрим, что же у нас будет здесь. Так, нашли мы, я так полагаю, русский хеликраш. Тут надо будет его аккуратненько осмотреть и постараться не сдохнуть. Ну вот второе я что-то не обещаю. Так, думаю, я пришло время нам переодеваться потихонечку. Ох. Горка, не горка, хрен знает. Так, пожалуй, что возьму-ка я пистолет-пулемет в руку. Да и, наверное, лучше от первого лица сделать. Хотя, кто знает, кто знает. Так, отлично. Разгрузочку нашли.
Да, чуть непривычно с видом от первого лица играть. Граната, не знаю, может пригодится. Еще одна граната, ладно, не буду я ее брать. Так. Нифига себе. Что вот это, конечно, крутяк. Надо бы это взять в руку. Первый раз в игре нашел ауг. Конечно, патрончиков от него можно считать, что и нет. Но все равно. Так, ладно, давайте-ка вот так вот пока сделаем. Если найдем там от горки, то наденем горку. Так, рейнджфайндер. Где-то у меня батарейка была. Да уж. Стрёмно бегать, вообще пипец. О, так. Ну кто? Пушка, пушка куда-нибудь там забивает это все дело. А, тут я уже был. Ладно. Потихонечку давайте продвигаться. На ух, наверное, не встанет, да? Да, не встанет. Пистолетик и пистолет.
Мне, я так полагаю, не нужен. Потому что у меня есть пистолет-пулемет в рюкзаке. Так, вот так. Добились, вот они. Так. Ну ладно, оставим пока, пусть будет как запасной вариант. Да, приближаемся мы к месту крушения и к очень-очень опасной зоне. Так, отлично, смотрите-ка, спаренный магазин, кстати, прикольно, да, не зарядил этот. Переоденемся. Чертова хеликраша может быть либо пустой, либо кем-то простреливаться, каким-нибудь снайпером, а может быть и так, и так, потому что по идее здесь СВД может валяться. Так, флакон для инъекций. Ничего интересного. Вообще, конечно, если бы вдруг я нашел палатку сейчас, я бы отсюда убежал бы, сломя голову. Так, я думаю, мы берем этот рюкзак. Что ты? Да, ты его взял в руки. Молодец какой. Офигеть. Берем мы этот рюкзак, потому что он больше, чем наш. Просто не хочу на себя его перетаскивать. Боюсь потерять вещи. Ну, в смысле, рюкзак там куда-нибудь сейчас исчезнет. Так, монтажку, я думаю, не будем пока брать с собой. Она нам не нужна. Так, АУК в руки. Эх. Магазин даже есть. Какой магазин? 7,62 на 39. Прям к нему вот. Да. А вот интересно, мне вот такая вот вещь. Ага, то есть я не могу, я могу только вместо Винчестера его взять. Ладно, хрен с тобой. Отдыхай тогда здесь. Еще один, да? Еще один.
Что, камень какой-то, что ли? Пенек. Это пенек. Отлично, слушай. Поумнел он, да, он теперь. А, вот теперь вот жопа, да? Да, теперь. Залезть, короче говоря, не получится. Из этого бункера они все поубирали. Зомби ходят. Жаль, нельзя здесь, как в моде, определить, есть ли человек по наличию или отсутствию зомби. Ну, с другой стороны, возможно, это и правильно. Так, ладно. Ну что? Так, нет, я думаю, что надо сходить сначала туда. Сначала надо сходить туда и посмотреть, есть ли там палатка. Если там есть палатка, мы отсюда валим. Если там палатки нет, значит, идем смотреть на разбитый вертолет. Стремно стрелять. Охренеть. Это что, глушитель, да? Ну, я хрен знаю. Какой-то глушитель, нафиг. Звук по мне был очень громкий. Так. Отлично. Это мы выкинем. Возьмем вот это себе лучше. Нам патрончиков побольше помещается. Ага. Так, дальномер. Все, здесь больше ничего интересного нет. Ладно. Да, ну, в общем, как и ожидалось,
Хрен нам, а не палатка в очередной раз. Так, ну-ка. Опана. А где ж я? Где-то я свою винтовочку просрал. Ой, как обидно. И что-то я не заметил. Где это было? Ну что ж, плохо очень. Да, с другой стороны, в принципе, да, что там, как я и обещал, если я отсюда выйду, вышел, надо же. Да, не здесь. Не заметил я то, что она пропала у меня. Не заметил. Даже вот не знаю, где ее искать. Переча. Ладно, давай побежали нахрен к вертолету, посмотрим, что там есть у него. Или чего у него нет. Есть каска, есть фуражка, отлично. Все, что осталось, да? От молодцов. Каска и фуражка. Так, о, смотрите-ка. А тут много всего. Есть, главное, чтобы меня не раздавило. Так, что это такое? 9 на 39. МП5. Ух ты, прикольные были лаги. Так, приклад. Что, ага, цевьё. Приклад. Так, сейчас надо очень аккуратненько, потому что можно себе тут все переломать нахрен. Ну, короче говоря, ничего в нем интересного нет совершенно. Патрончики, а тут вот ничего не валяется, нет? Нет, тут ничего не валяется. Это тортилла. Фонарь. Ну, в общем, вообще ни хрена нету. О, так. Побежали сюда. Где я там был? Вот там последний раз. Похоже, что там я и просрал свою винтовочку. Ну да, вот она лежит, моя хорошая. Ладно, так, давай вешаем мы тебя к себе назад. В смысле, за спину. Так, ну прям даже не знаю. Холикраш оказался никаким. Палаточку мы не нашли. Ну, думаю, на этом надо бы закончить. Поиграем в следующий раз. Посмотрим, может, здесь же начнем, на каком-нибудь другом сервере. Ой, да, обидно, что нет палатки. Ну да ладно, будем искать, как говорится. Ну, с вами был Старый. Всего хорошего, пока.